Всем привет, и снова я, Ольга Пасифит, с программы «Антицеллюлитные ножки». Итак, продолжаем следующее упражнение. Ногу кладем на сиденье стула, поворачиваемся так, да, чтобы у вас именно вот таким положением. У меня под колен подушку, потому что колено немножечко больно, поэтому можете что-нибудь подложить. Итак, само упражнение. Разворачиваем носок второй ноги в сторону. И колено сгибаем, поднимаем пяточку, разгибаем носок на себя. Колено сгибаем, поднимаем пяточку, разгибаем носок на себя. И вот это упражнение мы с вами делаем минуту, после чего мы дышим в этом положении, пятка вверх. Итак, начали. Вдох, 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 вдох. Зафиксировали, дышим. Вдох, 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 выдох. Выдох, 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 вдох, 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 выдох. Выдох, 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 вдох, 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 выдох. Выдох, выдох, выдох. Молодцы.